Всем привет, ребята, меня зовут Руслана, и сегодня будут покупки из зоомагазина для Миши, Лёли, Шустрика, рыбок. Вот, почти для всех, кроме хомяка, да. Пусть не обижается на меня только. Так, давайте начнем. Первое, это пуходерка вот такая вот. Это для Миши, чтобы его вот так вот чесать, вот так вот. Ну, с этим не пойдет, не хочу тут ничего драть, но с Мишей подойдет. Так, пуходерки у него нет, у него есть только расческа. Вот, и буду вот расчесывать вот этой. Это фирма Зоник. Блин, отцепись. Вообще, давайте дальше. Следующее мы уже открыли и немножко съели тут с Мишей. Нет, ну я не ела. Но, извините. От фирмы Royal Canin такие вот дрессировочные лакомства. Вот, и Лёля их даже кушает, хотя она очень такое не особо любит. Но она тоже такое ест, оказывается. Вот. И давайте перейдем дальше. Следующее, это вот три вот такие консервы. Сейчас сразу покажу. Первое от фирмы Purina One Mini. Это для Миши. Тут все как вот это все для Миши, потому что Лёля такое вообще не ест. Она ест только дорогие консервы, блин. Супер дамочка. Вот. Потом от фирмы Цезарь. И еще одна от фирмы Цезарь. Это с ягненком и овощами. Из кролика... Ой, из говядины и кролика в соусе со шпинатом. И это из говядины, картофелем и горохом в подливе. Вот, это три. Так как у Миши завтра день рождения. Ура! И я ему сделаю какой-нибудь тортик такой прикольненький. Или что-нибудь. Или может сделать какую-нибудь там кашу. Но очень вкусную для него. Как бы собаке без разницы, что ему есть торт, что ему есть какую-то кашу. Какая разница? Собаке главное покушать. Как бы в этом смысл. И я не знаю, что еще буду делать. Но я сниму про это видео, конечно. Потому что Миша год вот целый будет. Я так буду рада. И Миша тоже, наверное. Так, в общем, что-то мы затянули. Давайте перейдем дальше. Следующее, это вот такие, вот такой сустав говяжий. Тут 4 штучки. Это лакомство для собак, мягкая упаковка, но это как бы не очень важно. Вот, дам это я Мише, потому что Лёля это слишком большое будет, но это слишком, тем более у нее проблемы с зубами уже. И чтобы они у нее до конца не повыпадали. Будет, я ей не буду давать, буду давать какие-то другие лакомства, потому что это большого для нее. Вот. Чтобы Миша скушал, это ему также подарок на день рождения. Следующее, что я брала поштучно, это вот такая вот косточка для Лёли кольцо. Сразу Лёля пришла. Вот такая вот косточка и рубец говяжий. Тут немного. Вот. Тут 4 штучки, но это для Лёли и Миши, чтобы они тоже погрызли вдвоем. Вот, давайте перейдем дальше. Следующее, это от фирмы Рыбята, золотая рыбка. Это, в общем, корм для рыб, потому что у моих уже почти заканчивается. И я вот этот взяла, как бы, что золотая рыбка, что не золотая рыбка. У меня есть, она золотая рыбка. Вот, но я считаю, в этом никакой разницы особо такого и нет. И это только просто размер в деньгах. Но я не знаю, зачем покупать другой корм, если можно купить этот. В принципе, разницы нет никакой. Вот. А ты что тут улыбишься? А? Давай улыбнись. Молодец. Вот, давайте дальше. Дальше это корм для Шустрика Вака. Кормовая смесь для декоративных кроликов и шиншилл. Вот такой вот. В общем, так как у него тоже корм уже заканчивается, купила вот этот. И последнее, это пеленки для домашних животных. Это для Лёли, так как у нее тоже уже заканчиваются пеленки. Там штуки 3 осталось. Я вот купила еще 10 штук, 60 на 40. Вот. Это для нее. Лёль, кормим тебе. Ну ладно. Вот. И все. В общем, ребята, надеюсь, вам это видео понравилось. Если так, то поставь палец вверх, подпишись на мой канал. И всем пока-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